течение 2 дней в СОГУ пройдет Олимпиада по остинскому языку и литературе. Она проводится в 3 этапа – школьный, районный и республиканский. В этом году в интеллектуальном состязании примут участие 160 школьников 9, 10 и 11 классов. Эти ребята стали победителями муниципального тура. Для каждого класса предусмотрен свой уровень сложности. Результаты Олимпиады разместят на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. Авторы лучших работ будут поощрены призами. Я в первый раз принимаю участие в Олимпиаде по остинскому языку, и я очень рада находиться здесь. Это большая честь для меня. И на самом деле я очень тщательно готовилась к этому. Я делала разные задания, я занималась этим в школе, и надеюсь, у меня будут хорошие результаты.